Маршрут номер 33 свяжет Балаклаву и железнодорожный вокзал Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Изменения вступят в силу с 1 февраля. Ранее автобус номер 33 ходил между первым отделением Золотой Балки и 5-м километром Балаклавского шоссе. С субботы 1 февраля маршрут продлен до железнодорожного вокзала. С 5-го километра автобусы будут следовать по шоссе генерала Моргунова в сторону улицы Горпищенко и далее на пассажирскую станцию Севастополь. Первый рейс в 6:30 от первого отделения Золотой Балки. Последние стартуют от обеих конечных остановок в 19:50.